Сьогодні ми з вами відвідаємо Шльонський зоопарк. Тут ми були декілька разів, влітку, восени і взимку один раз. Тому тут буде і зимній зоопарк, і літній, і весною. Приємного перегляду. Тваринок я підписала. Якщо щось буде цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково вам відповім. Приємного перегляду! Когда заходишь и вспоминаешь фильм «Мир юрского периода», тоже за стеклом, и где-то там хищник. Ти-ти. Расскажите, где вы сейчас? В зоопарке. Угу. А какой сейчас месяц? Декабрь. Январь. Да. Вам холодно? Нет. Хорошо. Нравится в зоопарке? Да. Да? Окей. Идем дальше? Да. Кого надо найти? Кого хотите найти? Я страуса хочу. А я слона. А ты? Я не знаю. Выбором не поделиться. Хорошо.
Не выглядит. Его переездочек. Впрочем, они вас слышат. Вот, смотри. Тут дырочки маленькие. Куда они поступают? Она дышит. А там видишь в углу еще одну? А вы, смотри, какой стомак. Там она сделала. А знаешь, зачем она так делает? Нет. Нюхает воздух и смотрит, куда нападать. А что она трусится? Не знаю. Страшно? Смотри, какой я кот зимучий. А вон ежик какой, ежик, смотри, ежик. Редактили нашего времени. Лиз, расскажи, где мы сегодня? Нет, не снимаем.
не видел Губаса. О, какой красавец. Мы такого не видели. Мы много.